одна в студии. Сказка редкая. А посадил дед... Посадил дед репку. Я еще такая молодая, мне 18 лет, я не совершеннолетняя, не трогай меня. Я посадил-то. Выросла репка. Че я скажу, мне еще не велели ничего говорить. Выросла репка, при каждом слове репка, ты говоришь слова. Я еще не совершеннолетняя, нельзя меня. Большая-пребольшая. Позвал дед. Старый я стал уже. Здоровье не то, Господи. Бабку. Бабка. Деньги меня дед не удовлетворяет. Тянут, потянут, вытянут не могут. Позвала бабка. Бабка, говори давай. Кого ты зовешь-то? Опять те же слова твои. В последнее время я дед не удовлетворяю. Внучку. Ты что там, скажи мне? Погромче. Внучка. А я такая молодая, не совершеннолетняя, мне всего 18 лет, и нельзя. Позвала внучка. Жучка. Покурим, что ли? За внучку. Дедка за репку. Ну не представляй, ко мне еще слишком молодая, мне всего 18. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала жучка. Покурим, что ли? Кошку. У меня у собак аллергия, увидеть собака. Кошка. У меня на собак аллергия, увидеть собака. За жучку. Покурим, что ли? Жучка за внучку. Покурим, что ли? Немножко, девушка, давайте быстрее. Последнее время дед не удовлетворяет. Ну, старый я стал. Детка за репку. Ну ты меня достал, мне всего лишь 18. Сколько можно? Тянут, потянут, вытянут. Позвала кошка. Уберите собаку, она у меня не аллергия. Мышку. А вот по стопочке. Мышка. А может по стопочке? Уберите собаку, у меня на нее аллергия. Кошка за жучку. Жучка за внучку. У меня последнее время дед не удовлетворяет. Бабка за детку. Я уж не знаю, что и делать. Может, бабушку выручить? Хотя мне всего лишь 18. Тянут, потянут, вытянут. Это я им помогла, да? А что ж бабушку надо выручать-то? Надо же внучку-то. Вытянули, что ли? Ну, слава богу. Похлопали хотя бы. Тянули, вытянули, наконец-то.